Скажи мне правду. Почему тебя выпустили? Осталось 9 месяцев, и ты позвонил Кигану? Я вытащу тебя из тюрьмы, а ты мне поможешь. Картина знакомая? Да. Сделай ее. Большой вход? Зачем? Чтобы украсть настоящую. Это невозможно. Соглашайся, либо обратно в тюрьму. Ты дома, Рэй. Где он? Наверху. Пап, тебя выпустили? 4 года без тебя прекрасно обходились. А тут ты явился, не запылился. Мне нужно время. Побыть с сыном. Время? Вот его у тебя нет. Я же говорю, я ему шею сверну, только подойдет к моему сыну. На данный момент твой сынок нарушил условия досрочного. Уже распят. Тебя куда-нибудь подбросить? Подбросить? Ага, дела ждут. Я знаю, ты что-то планируешь. Я хочу помочь. Это не твои проблемы. Пап, эти проблемы у тебя из-за меня. Это неправда. Ты лжец и фальшивка. Нужна помощь, пап. Человека надо судить по поступкам. Чем тебе помочь? Ты хоть понимаешь, что делаешь? Не-а. Жизнь коротка и полна сюрпризов. Чтоб нам всегда хватало. Выходим. У тебя 3 минуты. Пошел. Какого хрена? Джон Траволта. Кристофер Пламмер. Тай Шеридан. План дурацкий. С чего ты взял, что все выгорит? Фальсификатор. Поверь мне,